Всем привет! Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о музыке. Мы решили поближе познакомиться с пианистом, который на переменках радует наш слух знакомыми композициями. Иваном меня зовут. Ты в этой школе к нам пришел? Я с премьером пришел. О, здорово. Так это прям у нас поколение ISMA целое. Вроде того. Скажи, пожалуйста, ты в музыкальной школе занимаешься или у тебя просто талант? Это хобби. Это хобби. Ты сам учился играть? Да. Сколько лет играешь? 6 лет. Это молодец. Просто я играла лет 9 и действительно прогресс. Так. А какую программу ты осваиваешь в ISMA? Управление предпринимательской деятельностью. Ага, здорово. А планируешь бакалавр или дальше пойдешь? Ну, не знаю, на магистр, может, поеду туда. А какую страну для практики ты бы хотел выбрать? Для практики? Что тепленькое, наверное. Тепленькое. Ну да, собственно, я с тобой согласна где-то. Свою дальнейшую деятельность как ты охарактеризуешь? Ты хочешь быть бизнесменом? А какой вид фирмы, сферу деятельности? Мне финансы нравятся, инвестиции, акции. То есть что-то может даже и банковскую сферу можешь? Ну, может, изначально как-то бы трейдер, спекулянт, потом какой-то бизнес. Это пока очень неопределенно. Сейчас буду по всем создать. Собственно, да, согласна. Какие у тебя увлечения, хобби, помимо игры на пианино? Музыка, например. Ну, это вообще такой хороший вопрос получается. В общем, ты такой музыкант, меломан. Просто ситуация вот такая. Я был в Германии, в Erasmus'е. У меня в общаге было пианино. Мне по вечерам делать было нечего, поэтому я сидел там и учился. Ну, понятно. Спасибо за интересный разговор. Было приятно пообщаться.